Ученик из Иерусалима спрашивает, что такое наглость в отношении небес, и как до этого наглость дойти? Наглость относительно небес, это не так, как Гершин говорит. Стоит нам или нет, может быть, мы еще недостойны. Я должен, может быть, быть больше, более сильным. В чем-то мы, может быть, еще не готовы. Наглость — это когда я требую, я знаю. Я знаю, что мне не положено, но я требую. Как будто бы ты обязан мне. Это называется наглостью. Это называется наглостью. Есть этому оправдание, потому что я знаю, что я не способен. Я знаю, что ты создал меня таким образом. Я знаю, что я не способен вообще коснуться товарища, достичь какого-то объединения с ним. Я знаю, что я уткнулся в стену. Я это знаю, я это обнаружил. Через усилия у меня есть... Не опыт, не... Есть уже... Нет, не итог. То, что я как бы уже заработал, я нажил в жизни много вещей, сделал много всего. Есть авторитет, то есть я с чем-то уже пришел, но перед этой стеной, перед которой я стою, я знаю, что здесь у меня нет никакой возможности. То есть все, что я сделал, я знаю, что сейчас я стою перед стеной, и у меня мне ничего не поможет. Что он пишет там в письме? Что эгоизм человека, злое начало его, усиливается и говорит, подожди, ты еще должен что-то сделать, еще что-то сделать. Это будет через месяц, через два. Мы должны пока что еще поговорить, подготовиться. Мы еще не все изучали, там какую-то часть в ТЭС, еще шамати стоит разок перечитать. То есть это все исходит из эго, которое все время говорит тебе, подожди, кто ты, что ты. Дай кому-нибудь другому. Поэтому здесь должна быть наглость. Да. Но наглость очень серьезная, очень требовательная.